Это новый выпуск, мы в Red Rock Canyon. Приготовьтесь к 10-15 минутам годноты. Взял в прокат машину в Трифте. Единственное, что если берете машину в Лос-Анджелесе, заказывайте здесь опцию рефил бензина, потому что здесь бензин 2,8 доллара, а в Калифорнии бензин 4 доллара. Я заказал опцию рефила, то есть мне можно вернуть машину с пустым баком. Мне не надо будет ничего платить. Взяли на прокат машину в Лас-Вегасе в Трифте. Снимал я на телефон, сейчас посмотрите, как я выбирал машину. Выезжаю и сейчас поедем в Red Rock. Происходит по зонам. То есть мне сказали, подходи, выбирай какую хочешь, ключи внутри. Вот зона 6. Здесь есть Kia Sorento, такой Ford, Edge. Здесь есть Sorento, здесь есть Chevrolet, и здесь есть Nissan. И вон есть еще зона 11. Пойдемте посмотрим здесь, потом пойдем в зону 11. Значит, Ford Edge. А нет, 14 тысяч. 14 тысяч миль, это новое. Это у нас Kia. Идем смотреть Kia. Kia 24 тысячи. Kia юзанная. Это у нас V6 Sorento. 25 тысяч. Пока Ford выигрывает. Это у нас Chevrolet. Шевроле у нас 27 тысяч. Это у нас Мурана. Nissan Мурана. Мурана 26 тысяч. Значит, тут у нас стоит Pathfinder. Тут у нас Pathfinder, они большие. Вот этот возьмем, он выглядит свеженький. Посмотрим, возьмем, посмотрим. Door open. Не говорит сколько. Вот Sorento V6. Это вроде такой бодрый. Сколько у него пробег? Не показывает пробег. Тоже Sorento. Kia Sorento. Тоже не показывает пробег. Вот этот на вид очень новенький, чистенький, из Аризоны. На вид очень новый. 15 тысяч. 15 тысяч миль. Там помятости небольшие.
что тут закрыто. Пойдем все-таки посмотрим тот Форд. Что, ребят, возьмем Форд, у него 14 тысяч миль, он самый свежий. Поедем на нем, он как новый. Самый свежий, свежестью. Вот такая машина, едем в Red Rock. Очень мягкая, очень приятно едет. Интересно работает прокат. Значит, я пришел, показал свою бронь. Страховка, все у меня уже было предоплачено. Они только взяли депозит. Потом ты заходишь на большую площадку, там много-много автомобилей. Гараж большой, большая площадка, вы увидите на видео. И даешь им штрих-код со своей бронью. Они говорят, зоны, где парковки, зоны парковки, места, то есть там сегменты. Все машины открыты. Идите, выбирайте, садитесь и можете выезжать. Выезжаете. Вас просканируют еще раз вашу бронь и проверяют права, и все, вы свободны ехать. Уже виднеются эти скалы Red Rock. Вон они там. Red Rock Canyon является национальным парком. Далеко от Лас-Вегаса, поэтому удобно, можно съездить, посмотреть за час и вернуться. Red Rock Canyon. Ребята, здесь кактусы растут. Кактусы, кактусы, кактусы. Red Rock National. Сейчас проезжаем, здесь какой-то пункт пропуска. Может быть, придется платить деньги. Так. Thank you so much. Да, нам заплатили 15 баксов. И вот мы уже приехали. Вот такая машина. Ford Edge. Новая, 14 тысяч миль. Все, беру рюкзак и идем снимать каньон. Вот это первая парковка, здесь останавливается. Но там вот внизу даже можно спуститься. И по скалам там есть тропа. Есть проход между скалами. И можно лазить по этим скалам, чем народ и занимается. Вон даже, если видите, вон туда народ забрался, на скалу. Ребят, поставьте лайк этому видео сразу. Специально езжу, снимаю вам ролики. Подпишитесь на канал. Можно ходить и ходить. Вот здесь дают вот такой буклет, что здесь пишут. Вот, приносите воды, следите за освещением, планируйте наперед, приготовьтесь к экстремальной жаре, отвесные скалы, есть разные жители, скорпионы. Не рассчитывайте на сотовую связь, не залазьте по скользким скалам. Здесь народ прям лазит по скалам, у нас альпинисты. Если я поеду дальше, буду смотреть и показывать вам с дороги, потому что времени не так много. Хочется все посмотреть. Вон наверху красивые. Красные скалы наверху красивые.
проеду по всей дороге. Здесь 11 миль дорога до всех парковок. И дальше уже буду возвращаться. Интересно, что я иду и разговариваю с камерой. Так удивленно смотрит на меня. А видеоблог — это такая работа. Нужно идти и постоянно с вами говорить. Одно место, здесь была парковка, здесь большие скалы, такие распадки, здесь, видимо, народ занимается альпинизмом. Красота в 15 минутах от Лас-Вегаса, где вся грязь, мусор и так далее. А здесь такие красоты, национальный парк. Нет ни одной бумажки, ничего. Здорово. Обязательно, если будете в Лас-Вегасе, обязательно приезжайте сюда. Я ссылку на геолокацию оставлю под описанием внизу ролика. Ребята хотят запустить дрона Parrot, но я не стал. Я, скорее всего, сейчас покажу вам некоторые видео из YouTube. Хочется снимать и снимать постоянно. В этих скалах вот здесь очень похоже снимали фильм «Золото Маккены». Ну что, будем заканчивать ролик на этом. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. И всем привет, пока. А я поехал в Лас-Вегас.